Здравствуйте! Прогноз погоды на Хабар-24. О метеоявлениях ближайших суток расскажу вам я, Зарина Мухаммедали. Также вы узнаете, какие праздники в этот день стоят в календаре древних римлян и современных ирландцев. Все они, конечно же, связаны с весной. Но прямо сейчас о погоде. В пятницу синоптическая ситуация на севере Казахстана обусловится антициклоном. Мало того, регион окажется в самом сердце этого барического максимума. Что это гарантирует? Погоду миллион на миллион. Когда ясное синее небо, отличная видимость и штиль. Кокчетау сверкает на солнце, ниже минус 6, температура воздуха днем здесь не опустится. Отсутствие облаков и минус 4 делают дневную погоду в Кустанае. В Петропавловске до 7 морозов, светлое время суток и минус 20 ночью. А вот на большей части запада погода станет портиться. Так называемый фронт окклюзии будет медленно смещаться по высотной периферии могучего азиатского антициклона. Реакция обрушит на жителей региона ненастья. В небе образуется многоярусная облачность, ждите осадки различной интенсивности. Только на востоке региона день обещает быть погожим. Это Актобе, но здесь прохладно. В остальных областях на термометрах плюсовые значения. По югу республики будет пролегать слабо выраженная фронтальная система. За ней, как за королевой, тянется шлейф облачности кучевых форм. Кое-где, преимущественно к востоку, брызнут короткие дожди. Температурный фон из-за свежих северо-восточных ветров окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Только на северо-западе снова будет малооблачно и тихо. Речь идет о Кызылорде. Ночью здесь минус 4, днем плюс 9, без осадков. В Шымкенте при свете солнца до 19 тепла. Тарас ожидает дождь и плюс 9. Талдыкорганы. В Кургане сухо и 6 выше нуля. А теперь, внимание, смотрим в окно. Если грачи прилетели, значит через месяц снег сойдет. Проверено столетиями наблюдений. На востоке государства еще зима. Здесь в тыловой части глубокой ложбины циклона атмосфера будет неустойчивая. Регион окажется в мешке холода. Синоптики делают однозначные выводы. В такой ситуации сохраняются благоприятные условия для развития массивов облачности, которые начинены снегом. И этот весенний погодный сюрприз будет осыпать весь регион. Среднесуточная температура воздуха будет на 3-5 градусов отставать от нормы середины марта. В Усть-Каменогорске до 7 мороза днем. Можно снова играть в снежки и не убирать на хранение лыжи. В Семей еще прохладнее. В Павлодаре ночной холод достигнет 19 градусов ниже нуля. Днем минус 8. Осадки. В центральном Казахстане продолжит усиливаться погожее влияние очага повышенного атмосферного давления. Погода ясная. Казалось бы, воздух должен прогреться. Но северо-восточная, значит холодная тяга ветров, по-прежнему будет сбивать дневной прогрев воздуха, напоминая о резко континентальном климате региона. В Жезказгане без осадков минус 3 в течение дня. Караганда еще помёрзнет. Светлое время суток 11 мороза. Ну а чтобы разбудить весну хотя бы в сердце, волонтерская организация «Клуб Добряков» инициировала проект «Преображение». Недавно он стартовал и в Караганде. В рамках проекта девушки из социально уязвимых слоев населения бесплатно получают комплекс бьюти-услуг – мейкап, маникюр и укладку. Акция проходит во всех городах Казахстана. Первое преображение состоялось в Шымкенте 2 месяца назад. Теперь очередь дошла и до шахтерской столицы. В Алматы с наступлением весны хорошеют и женщины, и улицы. Здесь возможны кратковременные осадки. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, днем плюс 5. Столичная погода радует отсутствием осадков. Ветер восточной четверти до 6 метров в секунду. Ночью на термометрах минус 20, днем минус 9. 17 марта – день, когда в Древнем Риме отмечался праздник Либералии. В честь богов земледелия и плодородия. Очень напоминает наш Наурыз. А вот в нашей время. Эта дата принадлежит святому Патрику, покровителю Ирландии. Сегодня у праздника религиозное основание, но исследователи приписывают ему языческие корни. В этот день можно было поймать лепрекона, владеющего золотом. В этом случае волшебное существо должно рассказать человеку о местонахождении сокровища. Перекликается с темой земли, хранящей в себе богатство. Пожелаем плодородия и нашим пашням. Это была метеорологическая служба телеканала Хабар-24. Хорошей погоды!